Привет всем. Замерзла я машину пылесосить. Он еще так приехал, поставил ее возле студии и сказал, надо будет пропылесосить. Это значит, мне надо будет пропылесосить. Пылесошу. Почему пылесошу? Потому что... И сейчас еще и помою ее. Потому что мы ее сейчас отдадим. Будет у нас новая машина. Ну, просто километраж уже у нее большой. Точно такую же возьмем, только... поновее немножко. Я же еще здесь дрова постоянно вожу. Мы покупаем дрова по чуть-чуть и возим их. Вот это вот теперь оттереть практически невозможно. А Жужука замывает следы детей, потому что место самое грязное это было там, где Леночка сидит. Она еще ножками упирается в сиденье спереди, и получается все какое-то неаккуратное. Я, кстати говоря, думаю, надо купить защиту на сиденье, на багажник тоже. У нас где-то была, для собаки мы покупали. Ну, где, не знаю. Поэтому надо будет новую купить, защиту. И снял, постирал, все, у тебя уже чистая машина. И не надо целый час вот это стоять, блин, дрыпать этим пылесосом. Вот видите, точно такая же машина, только... немножко новее и немножко другого цвета. А так, в принципе, мне даже муж сказал, говорит, садишься и не чувствуешь, что это другая машина. Только поновее и почище, конечно. Намного. Вообще, мне больше нравится, когда вот здесь была USB такая штука, чтобы телефон подключать. А так получается вот здесь. Не очень удобно. И вот так, и день уже закончился, еду за детьми в школу. Понимаете, сейчас не происходит вообще ничего интересного. Выйти особо никуда не получается. Даже если что-то где-то открыто, ну, иногда там бывает, что у них были там порывы открыть кинотеатр. Открыли, а там получается там 2 человека на, что там, на 10 квадратных метров, в общем... никакого удовольствия. Вот вроде как рождественская ярмарка намечается 20 декабря у нас. Но проблема в том, что, возможно, мы поедем к маме Жульена и, может быть, с ней вместе даже махнем в горы, в Люшон, если помните, мы очень часто ездили туда. И не дай бог, чтобы мы подхватили эту заразу на рождественской ярмарке и привезли ее маме. В общем... может, даже и туда не пойдем. Вот так и проходят дни. Я просто сижу за компьютером. Плюс еще не очень хочется включить камеру, потому что у меня прям жуткие мешки под глазами. Может, вы их так не видите. Я пытаюсь как-то так делать, чтобы вы не видели. Но прям вот такие сухие они. И я мужу жалуюсь. Он говорит, так правильно, у нас батареи на полную мощность включены. Ты хочешь, чтобы было в доме жарко? Он говорит, это сушит воздух. И говорит, поэтому у тебя сушится кожа везде. И он прав. Заставил меня пить воду. Ну, пью воду. Я ее как-то... я, знаете, всегда пью воду, поэтому с этим у меня проблем нет. Но это не решает мою сегодняшнюю проблему. Поэтому побольше крема, конечно. А если больше крема на ночь, то тогда они опухают глаза. В общем, мне тут Анька позвонила, говорит, давай там на какой-то сайте, она знает какой-то сайт, там, говорит, очень хорошая корейская косметика. Давай, говорит, скинемся и купим. Ну, чтобы за доставку платить меньше. Я говорю, давай. Она говорит, что там есть хорошее. Может, там что-то и для глазок есть хорошее. Представляете, едет машина впереди. Номера DS666ML. Я читаю, Дезоле 666, внутри шестерки, Мила. Так испугалась и думаю, надо же, знак какой-то увидела в этом. Смотрю, следующая машина. Да, 666 Мила. Что меня ждет, интересно? Готовится к чему-то плохому или нет? Так обидно. Смотрю телевизор. Так ждала этот день, думала, все, типа, это, нас деконфинируют. Ну, в смысле, разблочат наш
карантин. А фиг там, сказали до... Ну, вообще 15 числа должны были открыть уже там кинотеатры, театры, занятия для детей дополнительные. Ничего не открывают, сказали до 4 января точно. Сейчас еще узнаем, поедем мы куда-то на Ноэль, на Рождество, или будем встречать его вот здесь, на диване, как мы уже год уже сидим на этом диване, блин. Даже на Новый год нельзя будет выйти из дома, объявляется комендантский час с 20 до 6. Короче, Новый год будем справлять. Ой, типа я планировала, что там такое, блин, невозможное, а тут мне, блин, все оборвали. Но в любом случае поедем, получается, на обед в Тулузу. И, может быть, заедем тогда в Лишон на один или на два дня. Но проблема в том, что там все закрыто. Все бары, все рестораны, все это закрыто. Вот что мы там будем делать? А если еще будет плохая погода? Так-то мы приезжали, там катались постоянно на горках, там для детей такие новогодние штуки устраивали, там какие-то машинки были, карусели, в общем, много чего. Всего этого там нет, вообще все закрыто, я так хоть в какие-то магазинчики ходила, там мыло местное покупала, у них прикольное мыло, там с термальными водами делают. И тут даже, блин, не знаю, что это буду делать. Столовка работает на полную мощность. Сегодня Жужука приготовил курицу тажин, так он называется, с абрикосами, луком и чем-то там еще. Это что? Табули. А, это табули? Табули фоми. Окей. А еще сегодня мне нужно будет как-то подумать об этом, смириться с этим. Но мой супруг абсолютно не хочет ту собаку, которую я хочу. Сказал, ты можешь начать меня уговаривать на какую-либо другую, но большую больше брать не будем. И все, вот так. Вот так разбиваются мечты. И если честно, мне для того, чтобы это осознать, я сказала, сегодня меня не трогать, я сегодня буду в ванной. Поэтому сейчас я вам покажу, как я делаю маску для лица. Коллагеновую. У меня специальная машинка, которая делает. Наложу, лягу и буду слушать, знаете кого? Зеланда. Буду слушать его, о чем-то размышлять. Обычно мне приходят какие-то мысли, меня зовут. Мне приходят обычно какие-то мысли в голову, когда я его прослушиваю. Поэтому сегодня буду лежать в ванной весь вечер. Сидит. Надо же, в тарелке тут. Сидит. J'ai pas de couvert. Ouais, il a mis deux pour toi. Et il est là. Pourquoi maman elle aime pas? Parce que on a mis deux fois plus que d'habitude de prout de kangourou. Он говорит, может быть маме не понравится. Я говорю, почему мне не понравится? Он говорит, мы положили в два раза больше, чем обычно, пуков кенгуру. И смеется, блин. Мама. А. Недавно пожидал петунью, ой. Maintenant, t'es très populaire, ma fille, sur toute YouTube. Et qu'on doit apprendre, c'est les petits. Маску я сделаю вот такой вот со спирулиной. У меня здесь спирулина, которую мне Ирочка из Италии привезла. Там у них реально крутая спирулина продается. И она не пожалела средств и привезла. Сюда же добавляю таблеточку. Как она называется, коллагеновую, закрываю крышечкой, оп, и упала эта штука. Теперь закрываю крышечкой и ждем, она должна сюда вылиться. Вот она вылилась, вся масочка эта, и теперь нужно, чтобы она правильно распределилась, пока жидкая, и потом в холодильник.
на минут 5 и готово. Ну и пока набирается ванночка, масочка уже готова. Ее только отделить нужно от этой штучки, наложить на лицо, поставить Зеланда и наслаждаться вечером. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.